Всем привет, дорогие друзья! Разработчики обещали нам 69 центов. Павел Дуров продолжает удерживать все свои монеты. Почему на данном этапе у нас тишина? И когда начнется рост? Сегодня я вам расскажу. Ну а перед началом данного видео не забывайте поддерживать его лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, ноткоин у нас валится. Ликвидность впитывается. Обещания разработчиков себя не оправдали. На данном этапе мы делаем вывод, что данные заявления и обещания были нужны только для того, чтобы засадить толпу. Да, дорогие друзья, только для этого. Сейчас позитива нет. Разработчики не напоминают нам, что ждут 69 центов. Тишина касаемо новостей. Складывается ощущение, что хомяков пытаются выбрить, так как позитивом их больше не питают. Колоссального сжигания сейчас не наблюдается. Как будто специально все новости готовят на хайп. И позитив появится только на росте биткоина. А на данном этапе биткоин находится в распиле. Ничего не изменилось. Мы выбриваем слабые руки. И после бритья мы пойдем наверх. Исторически биткоин всегда рос. И сомнений в данном активе у меня нет. Все то, что мы набирали здесь, мы просто удерживаем. Колоссальные цели биткоин еще не взял. Я жду отметки гораздо выше. На последующем росте биткоина я жду и рост альты. Я полагаю, позитив пойдет только на общей позитивной тенденции. Разработчики ноткоина не идиоты. И они понимают, что сейчас новая ликвидность не приходит, так как все падает. Маркетмейкеру важен хайп, чтобы изъять как можно больше денег. Касаемо ноткоина, прямо сейчас силы хомяков недостаточно, а разработчики просто перестали пампить. Наоборот, ликвидность впитывается, и это прекрасно видно. В ноткоин в целом я верю. Я полагаю, данная монета еще будет расти. Все только зарождается. И на предстоящем альткоин-сезоне вы сами в этом всем убедитесь. На данном этапе фаза подготовки. Необходимо набирать правильные монеты прямо сейчас. Покупать необходимо то, что уже устаканилось. Покупать необходимо то, что в этом цикле себя еще не проявило. Это не финансовая рекомендация, но это то, что делаю я прямо сейчас. Своими результатами я уже делился. И поделюсь еще не один раз. То, что я сейчас набираю, никто не показывает. На ютубе нет спроса касаемо тех монет, которые находятся на днище. А о существовании тех монет, которые сейчас я покупаю, хомяки даже не знают. Но в скором будущем все изменится. Когда монеты запампят, хомяков туда непосредственно загонят. Я наберу заранее и на пампе буду разгружаться. Что делать вам, решать вам. Либо вы сейчас поработаете, либо просто упустите все возможности. Набирать необходимо то, что набирают фонды прямо сейчас. Да, я понимаю, что мое видео смотрят новички, которые даже не понимают, о чем я говорю. Именно поэтому новичков я приглашаю в закрытое комьюнити. Все те люди, которые присоединятся на данном этапе, получат 5 закрытых курсов. Начало, секрет рынка, элитный инвестор, практики, лидер. После полного обучения вы будете двигаться вместе со мной и с моей командой. Все своевременные рекомендации касаемо покупок и продаж выходят именно здесь. Если вы хотите пройти этот цикл вместе, то добро пожаловать. Правильные монеты я уже отобрал. Задача новичков просто зайти и набрать по моим спискам. На данном этапе доступ в наше комьюнити оплачивается только один раз. И присоединившись сейчас, вы останетесь здесь навсегда. Кстати, сейчас действует скидка. И все те люди, которые зайдут на данном этапе, зайдут дешевле, чем остальные. Используйте текущие возможности. Набирайте прямо сейчас. На данном этапе фаза подготовки. Фонды набирают одни и те же монеты. И это не совпадение. Наша цель сейчас делать то же самое. Правильные поступки принесут вам колоссальный результат. Пока толпа наблюдает за ноткоином, наша цель набрать то, о чем никто сейчас не говорит. Толпу из ноткоина, из хамстер комбата, из блума погонят в фундаментальные монеты. И сейчас есть шанс набрать правильные монеты заблаговременно, до притока ликвидности. Что делать вам, решать вам. Все то, о чем я говорил в прошлых видео, является актуальным. Сейчас я готовлюсь. И своими результатами я поделюсь в конце данного цикла.
Вместе с ростом битка начнется хайп касаемо всего рынка. Ноткоин не исключение. Обратите внимание, что сейчас мы не видим никаких обещаний. О 69 центах нам никто не напоминает. Наступила тишина. Сжигание не продолжается. Позитива нет, так как манипуляторы не хотят, чтобы мы с вами откупали просадку. Прямо сейчас подготавливается фундамент для последующего пампа рынка. Привлекается новая кровь. Людям продают халяву. Тапалки привлекают идиотов, которые потом будут скупать все подряд. Наша цель – распознать манипуляции вовремя. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Планы не изменились. И все то, о чем я говорил еще здесь, сейчас реализуется. Наша цель – дальше двигаться согласно изначально намеченному плану. Колоссальный рост у нас впереди. Дождутся его только самые терпеливые. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если подписаны, ставьте лайк. Если поставили, желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья!